легенда. В годы бурного развития авиации, когда новая модель самолета через год устаревала, с успехом работал почти 30 лет. На воздушных трассах, в сельском хозяйстве, в армии и аэроклубах. Вот вас сейчас в основном вспоминают как ночной бомбардировщик, боевую машину ночных ведьм женского авиаполка. Но у него была масса ролей. То есть первая, самая, учебный самолет, и, пожалуй, она самая главная. Спроектированный так, чтобы его можно было построить на любой мебельной фабрике. Для массовости этот самолет позволил десяткам тысяч советских юношей и девушек подняться в небо впервые, а потом стать пилотами для того, чтобы осваивать нашу большую страну или защищать ее в годы Великой Отечественной. Ты улыбнешься друзьям, с которыми друг и забота, и вечная жизнь пополам. Такие машины начали строить в конце 20-х годов прошлого века, на старте первой пятилетки. Советская страна не на словах, на деле совершала огромный рывок. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Не просто лозунг, вопрос жизни и смерти, и слова, ставшие пророческими. Наши прадеды возводили заводы на пустырях, превращали деревни в промышленные центры, чтобы победить в будущей войне, продолжать жить и развиваться. Гвоздей не хватало, а самолеты строили. Простые, надежные, и чтобы летали не хуже заграничных. По два. Первые буквы фамилии легендарного конструктора Николая Поликарпова. Это название появилось только в 1944 году. Перед войной У-2. Учебный. Из-за своей простоты и летучести набирал популярность. Возил грузы, больных, вел ледовую разведку. И в каждом аэроклубе он. Например, на Кузбасской станции Белова. Там и про автобусы еще не знали. А в воздух поднимались. А вот военно воздушных силах только связной и санитарный. Великая Отечественная заставила стать воином и партизаном. Лет 5 назад мне довелось стать пассажиром этой машины, и полет напомнил мне речную прогулку. По два на своих огромных крыльях спокойно покачивался на воздушных волнах, мерно гудел двигатель. Кстати, по поводу шума мотора есть такой миф, что во время войны пилоты этих машин для того, чтобы обеспечить скрытность атаки, полностью выключали двигатель и планировали. Так вот, это было не так, как было на самом деле, мне продемонстрировал пилот. Убирался газ, и в это время двигателя практически не было слышно. Удивительная маневренность, устойчивость в полете, способность приземлиться на маленький пятачок – качества, необходимые для особых задач. Незаметно подкрасться, накрыть бомбами – небольшую цель. Небесный тихоход превратился в грозное оружие точечных ударов. ВВС Красной Армии сформировали 3 женских авиаполка – истребительный и 2 бомбардировочных. Ночные ведьмы на таких этажерках, пожалуй, самый известный. Летали больше всех, за ночь несколько рейсов в ближайший тыл противника. Их по 2 метра. Мерно покачивались на воздушных волнах, а вместо брони от пули и осколков были только фанерные борта. Молодые девчонки, многие не думали садиться в кабину боевой машины. Например, Женя Руднева училась в МГУ, ушла на фронт добровольцем, стала штурманом. Опытным и смелым воздушным бойцом погибла в 44-м. А фильм о них сняла другая Женя, герой Советского Союза, командир звена Евгения Жигуленко. После войны специально училась на режиссера, чтобы рассказать на киноленте о своих однополчанках. Картина так и называется «В небе ночные ведьмы». Милые мои девчонки, я могла бы рассказать о каждой из вас, как через 1100 ночей, через 25 тысяч боевых вылетов мы шли к победе, как среди зенитных разрывов, наперекор смерти вы жили во имя своего завтрашнего дня. Вы верили в него. Иначе почему вы не разучились улыбаться, дарить доброту, ждать любви? Еще один вид опаснейших заданий – полеты к партизанам. Юрки и бипланы возили народным мстителям в тыл, к немцам оружие, снаряжение диверсантов, оттуда на Большую Землю раненых и детей. На этих кадрах лейтенант Александр Мамкин перед жесточайшей немецкой контрпартизанской операцией вывозит детей с оккупированной территории. В одном из таких рейсов, правда, не на По-2, на другой машине сгорел в кабине. Потом удивлялись, как приземлился, как довез в целости и сохранности маленьких пассажиров. Ни один не пострадал.
Эти самолеты – крылатая память о тех людях. Студенты НГТУ НЭТИ, сотрудники аэродрома Мочище построили две машины по старым чертежам. Виктор Калаев и собирал по два из деревянных реек и поднимал в небо. Мы нашли книжку инженера Липатова такого, который до миллиметра описал полностью конструкцию этого летательного аппарата. И вот, в принципе, как он делался, так оно и есть. Вот если нервюра, она собирается из реек, рейка обшивается фанерой, причем где-то с одной стороны, где-то с двух сторон силовые, более силовые нервюры. Оно так и есть. Мы единственное заменили клей, который применялся раньше либо казеиновый, либо виам. Но виам клей ядовитый очень сильно, а казеиновый сейчас найти хороший не так уж и просто, причем у него срок жизни его небольшой. Мы заменили это все эпоксидной смолой и все то же самое сделали. Вот, например, по конструкции лонжерон, тут два лонжерона на крыло приходится, он собран из реек, напиленных 5 мм, они склеены между собой, потом вставлены между ними колобашки-бабышки. У нас был специальный шаблон, по которому мы вот нарезали рейки, мочили их паром, загибали, склеивали. И вот они у нас вот, они сохраняли потом форму такую свою, и вот мы делали вот такие вот изгибы, внутрикрылевые расщелки, которые являются силовым элементом для того, чтобы избежать кручения плоскости. Дальше этот каркас обшивается тканью. Раньше применялась ткань перкаль, но так как у нас уже современные, чтобы он как-то подольше сохранялся, мы использовали синтетику. Полиэфирная ткань такая была. Мы приклеиваются ленты сюда вот сначала на нервюры, а потом к этим лентам пришивается вот эта ткань. Она пришивается нитками вощеными. Почему нитки вощеные? Дело в том, что когда покрывается эмалетом, чтобы нитка не сломалась, как проволока, потому что если она пропитается этим клеем нитроцеллюлозным, она просто сломается, так как ткань все равно она шевелится во время полета, она дышит. И вот пришивали, тут узлы завязаны. Узлы для чего вяжутся? Чтобы если где-то нитка порвалась в процессе эксплуатации, дальше не расходился этот шов. Специальные пружинки есть на верхнем капоте, они фиксируются. Так он был сделан и у настоящего ПО-2. И опять же, то, что это не реплика. И когда открываешь, у тебя тут получается доступ, так сказать, к агрегатам двигателя. Маслобак, магнита, масло-бензонасосы, генератор, пожарные краны все, пожалуйста, вот к ним доступ есть. Фюзеляж тоже, он, кстати, там рейки и фанера. А за пилотскими кабинами там рейки и ткань. Ну и полетать. Интересно было, вдоль трассы летишь, и тебя КамАЗы обгоняют. У него скорость 100 километров, а если еще против ветра, у тебя на указателе скорости 100 километров, а фактическая там, километров 70. Двигатель, как на старом ПО-2. Их в распоряжении новосибирских авиаторов оказалось сразу несколько. Когда самолеты списывали, моторы много у кого остались. В хозяйстве полезная вещь. На их базе делали аэросани. Новая Зеландия, 1998 год, авиашоу. Эти самолеты из прошлого построены в Новосибирске. Это И-16, самый массовый истребитель ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии на 22 июня 1941 года. Всего для отечественных ВВС таких самолетов сделано более 10 тысяч. Перестройку и в 90-е годы эту машину сделали чуть ли не главным виновником поражения Красной Армии в первые недели Великой Отечественной войны. Историки и публицисты живописали: отсталая деревянная конструкция, слабый мотор, невысокая максимальная скорость. Не могли сталинские «Соколы» справиться с противником на новейших «Мессершмиттах». Отсюда разгром сначала авиации в воздухе, затем армии на земле. Ведь любые успешные действия советской пехоты, артиллерии и танкистов тут же тонули в разрывах бомб Люфтваффе, самолеты которые безнаказанно хозяйничали в нашем небе. Еще один миф – советская авиация погибла на аэродромах, не успев подняться в воздух. И вывод – не умели большевики самолеты строить и воевать на них. Что-то начало получаться только с появлением в наших авиачастях заокеанских аэрокопов.
«Кобр». В реальности первый немецкий самолет сбит над городом Пружаны в 3:30 утра 22 июня 41-го пилотом И-16. Далеко не все наши истребители разрушены на аэродромах, а в первый день Великой Отечественной авиация противника понесла большие потери. Таких не было ни в один из последующих дней войны. Дважды герой Советского Союза Борис Сафонов воевал и на наших, и на английских машинах. 14 своих побед он одержал также на вот таком самолете. Причина поражений. Красная армия перед войной бурно росла, не успела превратиться в отлаженный механизм. Детские болезни преодолела только в ходе боев. Немцы напали первыми, выбирали, где бить. Вермахт и Люфтваффе были сильны своей организацией, взаимодействием между родами войск. План «Барбаросса» рассчитан буквально по часам. Когда стали трещать по швам эти графики, немцы уже начали проигрывать. Их уверенность, наступательный дух и тщательно разработанная стратегия разбились об самоотверженность и выучку, в том числе парней, которые сидели в кабинах, именно и 16, и вот таких мигов. И случилось это именно в 41-м. А еще в СССР подготовили десятки тысяч пилотов. Они вставали в строй взамен погибших. Целая система обучения, которая начиналась с биплана По-2 и аэроклубов практически в каждом более или менее крупном городе. МиГ-3. Этот самолет, воскресший фронтовик, сбит в 41-м. Его пилот Иван Крапивко тогда остался в живых. Машину подняли из болота, привезли в Новосибирск, довели до летного состояния. Воскрешением старинных истребителей занималось предприятие «Авиареставрация». Мы сделали всего, восстановили 6 16-х. А почему, это тоже понятно, почему спрос такой. Потому что ни одна заметная и такая, ну, значительная коллекция в мире не может существовать без так называемых этапных самолетов. Это был этапный, самый скоростной. МиГ-3 был самый высотный. А это еще тем примечательно, что с этого самолета начался завод Чкалова, как авиационный завод. Это его первая продукция. И тогда, когда мы приступили к реставрации, это 92-й год, еще были люди на заводе живые, которые делали во время войны. Они приходили там, мы там их расспрашивали, консультировали, то есть это вот это еще было. А подход был такой. Я не брал на работу настоящих конструкторов, профессионалов не брал. Хотя конструкторские работы здесь много. Чертежи же все восстанавливались, вы знаете об этом. А не брал по одной простой причине. Если что-то не хватает какой-то информации, конструктор настоящий, он же дорисует. А нам этого не надо. И вот для того, чтобы комплект чертежей для вот этого самого составить, нам потребовалось 6 сбитых самолетов. Под обшивкой здесь металлическое крыло. Металл обшит тканью. То, что за двигателем назад, это все дерево выклеенное. Если говорить современными терминами, то это композит. Обшивку И-16 клеили из таких деревянных лент, потом надевали на каркас. Во время войны по такой же технологии начали строить и мощные истребители Лавочкина. Они справлялись с Мессершмиттами и Фокке-Вульфами уж точно не хуже американских и британских машин. Чтобы не писали потом историки или те, кто таковыми себя называл, победили наши. Завоевали чистоту голубого неба у нас над головами и этот праздник со слезами на глазах.